Ку-ку, ребята! Всем кукусики! Такое ощущение, что меня не было целый год, блин, действительно. Потому что я уехал еще 25 декабря, а сегодня уже 6 января. И мало того, что... много времени прошло. Так там у меня еще не получалось пилить ролики, короче, был плохой интернет. Но теперь я дома. Теперь я дома, и я запускаю новый проект. Он создан еще был до НГ. Я сейчас быстренько объясню, что за проект. Я уже побыстрее его хочу начать. Я его хотел еще до Нового года начать, потому что, у меня не было нормальных тем. И, нечего было снимать, ничего не выходило. На основе, блин, делать нехрен. Поэтому я ждал нового проекта. Он вам должен зайти, не знаю. Это не новшество, я его не сам придумал. Я сейчас быстренько расскажу, какая суть проекта. И, в принципе, сразу переходим к делу. Предыдущий мой проект был следующего характера. Я, короче, играю только персонажами, которые встречаются на пути к славе. То есть, вот, получил ниту, получил кольта, и всех-всех прокачиваю, пока всех персонажей не получу. Этот проект, и он назывался «Потный путь», этот проект... это антипатия предыдущему проекту. Это наоборот, я буду играть персонажами, которые я буду выбивать, получать, но при этом не трогать путь к славе. Опять же, это не новшество, потому что подобную рубрику я увидел у Крайсоула, но я не хотел сразу брать этот проект, потому что, он развивал этот такой аккаунт, и я решил сделать наоборот, играть только теми, кто сейчас на пути к славе. Но так как я предыдущий проект прошел, теперь я буду проходить по-новому. Ничего страшного, если у меня будет такой же, как и у Крайсоула. Если смотрит меня Виталя, привет, я думаю, ты не против, хотя я уверен, что ты не против. И, короче... Путь пижона я назвал, фантазия такая себе, но при этом я буду донатить люто, люто буду донатить, и все новые бойцы, которые будут мне падать, я буду ими играть. И моя цель взять 14500, не собирая ни одну награду, и потом за один видос полностью все собрать. Проект будет реально, я надеюсь, пушечным, крутым, я аккаунт прокачаю, в конце подарю его вам, подписочка, лайк, колокольчик, и приятного просмотра. Ну а теперь поехали. Друзья, мой предыдущий проект я назвал «Потный путь» и говорил, что буду играть только теми персами, которых получу на пути к славе. Но что делать с Шелли? Она ведь дается при старте, она, не на пути к славе. И была дилемма, и некоторые говорили, так же нечестно, но с другой стороны, я же этого юнита не выбивал. Вот, и что делать сейчас? Как бы я тоже ее не выбил, и играть мне на ней или же нет, я... Честно говоря, не знаю. Давайте поступим следующим образом. Будет где-то вот здесь опрос, играть мне за Шелли или нет. И вот как вы проголосуете, так и будет. Если вы проголосуете, да, играю без проблем. Ну, типа, это Шелли... моя суть проекта не собирать награды, а Шелли это не награда, это стартовый юнит. Ну, в общем, вы проголосуете вверху. Вот как проголосуете, так, в принципе, и будет. Но, хотелось бы на Шелли. Хотелось. Пожалуйста, проголосуйте, чтобы играл. Давайте посмотрим, что у нас в магазине. Забираем подарок. Короче, мега ящик. Я не хочу его сейчас открывать. Давайте открою в следующем ролике. Короче, так как я не знаю, буду я играть сейчас на Шелли или нет, я возьму сразу Барли и идем сразу в поединок. Мне сейчас очень важно набить кубки до ШД, ну а дальше уже будет веселуха. По поводу стримов, наверное, сегодня стрима не будет, ребята. А вот завтра... О, прикольно, путь пижона и никнейм и ты путь пижона. А чё путь пижона? Не знаю, просто мне кажется, что этот проект будет попроще. Потому что персонажей гораздо больше. Хотя я, правда, не просчитал, серьезно. Я вроде до этого прикидывал писю к носу. И вроде должно было хватить персонажей. Чтобы всех там, я не знаю, на сколько поднять, на 500 с чем-то или на 600, я не помню. Короче, по-моему, изи, тем более, если я буду донатить, это вообще будет без проблем. Но проблема будет в том, что если на пути к славе я 100% забираю персонажа, если я, допустим, апнул там определенное количество кубков, то здесь мне может повезти, а может и нет. То есть, понятно, редкие, сверхредкие, они будут дропаться на изи. А вот мифики леги, это либо мне придется будет жестко сливать деньги, либо же придется жестко потеть. В общем, посмотрим. Но я, конечно, предпочту, наверное,
первый вариант. Потому что, ну, принято говорить, что холдик только умеет донатить. Поэтому будем придерживаться этого высказывания, да. То есть, как бы, ну, играть-то мы не умеем. Мы умеем только донатить в игру, и все. Лох Донный, вот так вот. А так и надо было назвать этот проект. Лох Донный, звездный игрок, отлично. В общем, ребят, зашили вы, поняли, да, проголосуйте. Это очень важно именно решить сейчас, потому что, чтобы я понимал, в дальнейшем... Знаете, что самое, ребята, здесь сложное? Это случайно не взять награду, случайно. Этот аккаунт, ну, на этом аккаунте никто не играет, как на предыдущем. Unreal заходил, я не знаю, может быть, Unreal и будет здесь попозже играть, я не знаю, мы еще с ним не общались, если у него будет желание или свободное время, в принципе, я не против. Ну, а там посмотрим. Поэтому никто случайно не должен забрать награды. Ну, я как бы тоже постараюсь, но вы представляете, случайно нажать можно же, нажать можно. Сейчас-то ладно, если нажму, то можно пересоздать аккаунт. А вы представляете, когда я там апну уже 8000 и случайно там возьму хотя бы один ящик. По сути, ну, вроде как ничего страшного, да? А с другой стороны, уже не то. Уже как бы запорол проект. Поэтому вот это самое сложное, блин. Но с другой стороны, я реально очень... увлечен этой идеей и надеюсь, что у нас получится и будет вам интересно наблюдать. Вот, параллельно я хочу еще один проект запустить. Он не будет связан никак с этим. И он будет коллабой с ютубером. Ну, я пока это не обговаривал, поэтому это попозже. Это попозже, я только вернулся. Надо сейчас быстренько вернуться в строй, потому что, блин, с графика выпал. Короче, жесть. Но ничего, теперь будут стримы, теперь приходите, теперь нажимайте на колокольчик. Я думаю, что с завтрашнего дня мы начнем стримы. Сегодня так, как у нас... А, я забыл вас поздравить с праздником, ребята. Всех с Рождеством. Сегодня же Рождество? А то я путаю всегда праздники эти. Но я знаю, что носят кутю у нас. Кутю в Украине носят. И вот, с детства этот праздник знаю. Поэтому сегодня мы, наверное, пропустим стрим, а завтра мы начнем. Завтра мы начнем пушить этот проект. Я, блин, уже заготовил, короче, сумму денег, отложил. Хотя хотелось бы их, конечно, потратить на что-то другое. Но с другой стороны, это ведь контента будет сколько. Это ведь будет интересно, я надеюсь. И при том, что я доначу не себе. Я потом этот аккаунт отдам кому-то из вас. То есть вы и посмотрите, понаблюдаете за развитием этого аккаунта. И при этом еще в конце этого проекта вы получите бесплатно аккаунт, на который, я уверен, заплачу, ну, немаленькую сумму. Мой прошлый проект где-то в $1000 вышел, а подписчик мой получил совершенно его бесплатно. Ай, я сдох. Поэтому смотрите до конца, чтобы потом поучаствовать в розыгрыше. Ну, это такое, это аж в конце, это, я думаю, что будет не скоро. Хотя я думаю, что этот проект будет немножко попроще, чем предыдущий мой был. Блин, главное, чтобы Шелли не сдохла. Ну, сдохни же, чувствую. Ну, чувствую же, сдохнет. А, нет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А стоп. А стоп. А как я получу? Как я получу ШД? Когда мне нельзя собирать награды. Еби, мать. Это вы знаете, что мне надо делать? Это мне надо играть в дуо и только. Ё-моё. Либо захват кристаллов игрок. Да, 30 кубков. А надо посмотреть, как играет Виталя. Не, ну по-любому ж, я могу играть в ШД, да? Но только если, допустим, напарник меня пригласит, выберет ШД, и мы с ним пойдем. Это геморно. Блин, а в соло я не поиграю в ШД? Или можно как-то? Я как-то это не обдумал. Короче, давайте подумаем, я еще...
Я еще сейчас поразмышляю, что делать. Ну, в целом, в принципе, это ничего страшного. Я думаю, если принципиально делать красиво проект, то надо не открывать награды. С другой стороны, открыть ШД и топить дальше, ну, это уже как-то будет... Как-то будет не то. В общем, напишите в комментариях ваши предложения. Вот. Я, кстати, скоро создам клан. Обязательно нажимайте на колокольчик. И... Я буду за кланом следить и буду, наверное, четко по кубкам там отбирать, чтобы... Ну, я буду со кланами играть. То есть это не тот, что я просто клан создал, и вы там просто наблюдаете за моими катками. Я, наверное, буду теперь со кланами играть. Но до определенных, наверное, кубков. А дальше уже с тиммейтами. В общем, ребята, поддержите новый проект. Ждите, сегодня будет видос, наверное, с открытием. Возможно, возможно, не будет. Просто я бы сначала проапал Барли, а потом уже пошел... Потом уже пошел бы открывать сундуки. Но, с другой стороны, блин, хочется этот мегаящик. Короче, не знаю, может сегодня апну Барли на 500, а потом открою сундук в качестве бонуса. Пишите в комментариях, предлагайте. Я вот по поводу Шелли надо и по поводу ШД что делать. И вообще, блин, напряжно, напряжно. Но, с другой стороны, если вам зайдет, то... то я буду стараться. Все, всем удачи, до новых встреч, скоро увидимся, всех с праздником.